сумерках, которые зимой наступают рано, к зданию Видновской районной клинической больницы подъезжает микроавтобус. Двери открываются, и мы видим, что он до отказа нагружен пакетами. Это подарки для врачей, которые сейчас на боевом посту. Такое огромное количество пакетов. Расскажите, что в них, пожалуйста. В них сезонные фрукты. Это яблоки, гранаты, хурма, груши, мандарины. Это все... подарок нашим врачам от всех национальных культурных автономий Ленинского городского округа. На территории Ленинского городского округа проживают граждане более чем 100 национальностей. В акции «Витамины для врачей» приняли участие представители национально-культурных автономий. Эта акция была предложена со стороны национальных культурных автономий нашего района. Нас поддержала администрация. И вот мы сегодня больше тонны фруктов было набрано. Это от всей души нашим врачам, нашим героям. Слово «герои» не является преувеличением. Все знают, что врачам сейчас приходится нелегко. Ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. И люди в белых халатах искренне благодарны всем, кто готов оказать им посильную помощь. Я хотел бы искренне выразить благодарность людям, которые помнят и выражают в действиях свою благодарность и помощь людям, которые на страже здоровья стоят. Всегда только мы приветствуем то, что наших сотрудников не забывают и им внимание оказывают. Разгрузить тонну продуктов задача непростая. На помощь представителям национально-культурных автономий пришли и работники больницы, и депутаты. Настолько острый и сложный момент вообще в жизни страны и в жизни нашего муниципалитета, что очень приятно, что люди участвуют, помогают, и это показывает дух нашего национального государства, отображает его. Я считаю, это очень важно, и низкий им поклон и благодарность. Предложенное место для склада фруктов заполнилось очень быстро, и пришлось задействовать еще одну комнату. И надо сказать, что эта партия только начало акции. Это первая часть, будет еще вторая часть. Сегодня мы все это подвезли. Я думаю, что на днях будет вторая часть, и мы всех работников медицины угостим фруктами, витаминами. Отрадно, что в Ленинском городском округе всегда находятся люди, готовые помочь врачам. И совсем не важно, какая у них национальность, ведь сила в дружбе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.